Нередко Валерию Панову удается выращивать помидоры, которые в весе достигают килограмма. И в этом году садовод не собирается сдавать позиции, даже несмотря на засуху, ведь у Валерия Андреяновича есть свои методы борьбы с аномальной погодой. Как минимизировать, так сказать, влияние жары? Ну, во-первых, мульчировать. Вот видите, грядки закрыты, у меня мульчой. В качестве мульчей использую водоросли, которые привозим мы с озера. Там волна выбрасывает, значит, бывает. Ну, там набираем мешки и, значит, сюда привозим, закрываем. Если голая земля не закрытая, на солнце при 30-градусной жаре, там будет температура на поверхности 60 и более градусов. Когда закрыты мульчой, таких колебаний нету, значит. Чтобы обезопасить само растение, на колях можно растянуть простыню белого цвета для отражения солнечных лучей. В этом случае потребность мульчирования грунта снижается. Однако мульча лучше всего задерживает влагу в почве. Ведь мульча может быть разного типа, значит. У кого что есть, понимаете. Можно перегной использовать как мульчу, солому, сено. Даже я одно время закрывал картоном и даже вот полипропиленовыми мешками, значит. Объем полива, соответственно, должен увеличиться, если, конечно, в вашем поселке нет дефицита воды. В товариществе, где находится сад Пановых, такой проблемы нет. Так что теперь пановским помидорам не избежать больших размеров и неповторимого вкуса.